Привет, друзья, с вами Карнекс, и сегодня мы начинаем серию роликов по Майнкрафту версии 1.8.8. Ну что ж, приступим. Итак, что касательно самого Майнкрафта, я в него играл уже, ну, я в него проиграл, наверное, недели 4. Да, где-то вот в районе месяца я в него играл. Это было еще на версии 1.6.4. Ну, то есть, в принципе, я как бы разбираюсь, что к чему, но ай-яй-яй-яй-яй. При этом я давненько этим всем занимался, поэтому не в курсе. Изначально мое мнение, конечно, на Майнкрафте было, как и у большинства тех, кто не играл в него, что это фукака для детей. Зачем такое вообще нормальным людям показывать? Но поиграв сам, я понял, что это довольно-таки достойная вещь. Несмотря на очень своеобразную оригинальную графику и саму структуру игры, она при этом довольно интересная, особенно если начать по чуть-чуть в ней разбираться. Давайте насобираем зерен. Нам они пригодятся обязательно. Так, нам повезло очень сильно. Мы появились в тропическом биоме, если не ошибаюсь. Тут мощнейшие деревья. Вот они, четырехствольные. Вот, и мы сейчас надо, чтобы залезли чуть-чуть повыше. Я, конечно, по лианам не хочу лазить. Не те года, да и хп жалко. Да, лучше не буду. Вот, нам залезть надо посмотреть, где нам лучше поселиться. Угу. У нас тут еще пустыня и... Ай-яй, ёпперес это. Ну, я только об этом и говорю. Ну, ничего, я со временем привыкну, это сейчас я ракую. Но со временем оно все пойдет. Так, у нас тут смещение трех биомов получается. О, арбузик. Иди ко мне, мой дорогой. Так, смещение трех биомов. Это какая-то смесь равнин и гор, и пустыня, и торопики. Ну, давайте где-то тут, тут где-то и обоснуемся на грани, собственно. Что это? Боже, это кролик. Ёкарный бабай. Да, по поводу того, какого рода это будет летсплейчик. Это будет в первую очередь, конечно же, прохождение. Во вторую очередь я буду снимать отдельные видео, касающиеся непосредственно тех же каких-либо ферм. Вот. И каких-либо там строений в целом в этой игре. Ранее я тоже занимался фермой, но сейчас, я думаю, они совсем другие. Мы будем все экспериментировать, пробовать, искать. Вот. Поэтому касательно самого летсплея, он должен быть достаточно интересный. Я думаю, что он будет очень длинным, потому что Майнкрафт — это огромная тема, в которой много чего можно показать, а многом можно рассказать. Особенно большинству новых игроков, потому что игроки Майнкрафта, мало того, что аудитория и так огромная, при этом всем эта аудитория каждый день еще и растет. Так, в принципе, мы над этим будем работать только так. Так, прочистили. Сколько у нас? 17. Вот у нас, в принципе, тут, но я с песком... О, арбузики. Я с песком не люблю работать. Так, мы сейчас, кстати, с голоду скоро начнем пухнуть. Давайте арбузики пожрем. Отличненько. Так. Давайте как-то... Тут есть... О! О-о-о, вот это уже место напоминает то, где я хотел бы обитать. Вот такая речушечка. Все так классненько, красивенько. Она длинная, не длинная, эта речушка. Это вроде приличная. Может, даже поплавать умудримся. Тут у нас что? Я заметил, что иногда в листьях почему-то запакованные эти зверюшки бывают. Там свинки всякие и тому подобное. Так, ну давайте приступим к самому простому. Нам нужно хоть какие-никакие инструменты. Как же мы это сделаем? Давайте. Я думаю, мы на этой стороне начнем строить наше убежище. А строится надо побыстрее, потому что ночь на носу, как бы. Никто нас ждать не будет. Так, надо вспомнить. Ой, не то. Так, так, ложится. Так, забирай. Ага, отлично. Все мы помним. Все замечательно. Так, верстачок. Так, я думаю, строить дом таким образом, чтобы не нарушать целостность изначального ландшафта.
Потому что у меня есть привычка, она дурная, и она портит в целом вид моих домов во всех играх, в принципе. Я начинаю полноценно деформировать, заниматься чистейшим терраформингом, то есть я меняю абсолютно весь рельеф на карте, и тем самым начинаю производить что-то свое, которое, ну, в принципе, не очень вписывается в оригинальный... В оригинальный состав карты. Поэтому мы будем все по мере. Так, деревья мы вырубим, естественно. Они тут вообще... Вот у нас есть вот этот участочек, да. Вот с ним мы и будем работать. Надо повыкапывать вот эти единичные бревна, чтобы они нам не мешали. Они сейчас со временем сами исчезнут, листья. По этому поводу мы беспокоиться не должны. Тут, по-моему, кстати, труднее всего развиваться именно в таком биоме, потому что он очень густой. Если в других биомах вы там быстренько... Так, капельку не то. Да, если в других биомах вы как-то быстренько с этим всем разбираетесь, потому что в основном открытые территории везде, вы можете прямо на месте строить дом без каких-либо проблем, то тут нужно подзаморочиться. Так, давайте мы как бы его спилить. Я не хочу просто оставлять сверху такие, знаете, кустарники, когда остаются огромные. И они вообще, ну, красота не их обозначение. А мы по этим лианам можем лазить? Мимо. Не в этой жизни. Так, давайте, наверное, все-таки что-то доскрафтим. Так, палочки. Это хорошо, палочки. Сейчас надо. Давайте топор. Замечательно. Так, палочки и кирка вроде. Вообще так у вас. Я все помню, ребят, вы что? Я-то думал, я совсем... Курка, отлично. Так, пусть пока тут и постоит. Так, дерево. Но это уже лучше, чем руками. В разы лучше, чем руками. Так, сейчас листья начнут пропадать. Так, залазь. Эч, не падай. Ой, дерева нам, как всегда, надо много. Сейчас пока у нас ни угля, ни черта нет, поэтому... Нам дерево однозначно понадобится. Так, как же мы будем это все строить? Нам это все надо... Я просто до конца еще не придумал, какого вида будет этот дом. Я думаю, мы обязательно симпровизируем оригинальненько как-то. Так, листья. Смотрим, где тут еще пеньки. Так, тут земля. Так, огромное... Да не говорите, что уже темнеет. Так, залазим. Где солнце? Не ясно. Так, наш этот ящичек уже висит. Ням-ням, как бы это нам сделать? Тут есть где-то относительно ровная поверхность. О, яблочко. Мы, кстати, начинаем голодать потихоньку. Вот тут у нас так. Бревнишко забрали. Тут еще, да? Все, так, расчистка такая. Ой-ой-ой, темнеет такие. Ребята, придется нам, походу, слегка в гору спрятаться. Так, пусть пока. Не, давайте заберем все-таки. А то бог его знает, что с ней произойдет. Так, давайте, наверное, спрячемся в гору. Давай, беги. Так, соберем еще зернышки. Что-то гавкало уже, по-моему. Так, давайте, наверное, где-то вот тут. Собственно, ой-ой-ой, уже ни черта не видно. Залазь. А у нас еще и света нет, да? Каких-нибудь фонариков хотя бы. Так, давайте поставим. Так, тут у нас раз, два. Так, ставим наш столик. Смотрим, что мы можем заделать. Надо еще один прорыть камешку. Сейчас к нам уже придут, я уже чувствую. Я прям предчувствую, что за нами уже идут. Так, давайте сделаем печечку. М-м-м.
Интересно, а есть ли возможность сделать уголь? Как-то вроде можно было делать древесный уголь. А, по-моему, жарить дерево с деревом. Вроде так. Давайте проверим сейчас. Так, это совместим. Давайте пока сделаем хотя бы меч какой-нибудь. Какой-никакой. А, нет, меч не так делается. Меч вот так. Так, все, мы опасный уголь есть. Есть один древесный уголь. И давайте сделаем наши первые факела. Ура! Ура, ребят! Так, к нам никто не идет. Вроде пока все тихо. Давайте проверим, вот сложность стоит. Не, ребятки, мы на сложной будем играть. Что нам нормальная сложность? Нормальная сложность ни туда, ни сюда. Так, давайте. Что это было? Ладно. Чуть-чуть пророем. Это у нас временный домик, то есть не обращайте внимания, я не собираюсь жить в скале, это не мои методы, скажем так. Во всяком случае, не в этой игре. В этой игре жить в скале, это неправильно. Так, два древесного угля, еще пожарим. Делаем еще факела. Так, ну мы уже такие ничего вроде, ребятки. Так, нам бы пожрать не помешало. Давайте. Ой, что это был за прыжок такой резкий? Так, это зачистим. Пенечек уберем. Кстати, топорик у кирдык. Нет вражины. Вроде нет. Все хорошо. У нас еще и кровати нет, чтобы эту ночь переждать. Так, будем сейчас химичить. Сейчас все сделаю. Так, доски есть, эти есть. Мне бы еще, дай бог, вспомнить, как это все крафтится, было бы вообще замечательненько. Так, делаем, давайте, вот, тяпка, или как она называется? Мотыга, мотыга. Пусть будет у нас мотыга. Так, еще уголек есть. Ням-ням-ням. Это собрали. А как их... А ну, вот так, вот. Отлично. Теперь хоть знать буду. Еще делаем. Так, факелов достаточно. Что мы еще можем сделать? Ничего вроде бы, да? Из того, что нам гипер сильно нужно. Так, нам бы территорию подыскать, чтобы высадить. Давайте вот тут это все дело поприбираем. Я уже жду, жду, они что-то никак не идут ко мне, ребятки-то наши. Ой, так, по поводу фермы. Если я не ошибаюсь, то там есть правило, что растение будет расти в увлажненной среде, а именно земле. А увлажняется земля, если я не ошибаюсь, на 3 блока от воды. То есть у нас вода, еще последующие 3 блока будут увлажнены. Поэтому мы без каких-либо... А, все, вот 3 блока. Мотыга. Раз, два, три. Тут копнем. Раз. А я не знаю, сюда дотянется или нет. Наверное, нет. Три. Раз, два, три. Раз, два. Вот так еще идет. Вот так. Главное теперь тут не прыгать, не скакать. Чтоб не замять нашу фермочку. Где наши зерна, собственно? Мы 22 штуки насобирали. Если не ошибаюсь, то будет расти пшеница, и из нее будем делать вроде бы как хлебушек. Хлебушек — это замечательная вещь. Так, мы, кстати, голодать начинаем уже. А у нас есть арбузик. Давайте похаваем арбузик. По одному это, конечно, вообще не фонтан, вот честно. Так, дальше давайте сделаем уже более продвинутый инструмент. Так, и топор. И мотыга нам не нужна пока. Кстати, выложим ее вообще. Давайте сделаем хотя бы одинарный ящичек. Ням-ням-ням. Да пусть тут и стоит. Так-то. Мы выложим туда наши ненужные вещички пока. Деревья, саженец дуба.
устал. Ладно, вопросов нет. Так, что-то я врагов не вижу, мы спокойно можем продолжить наше дело с деревьями. Оп, а, оп. А, так почти ни черта не видно. Давайте, кстати, факелов тут пораскидываем. Это же уже все. Застолбили мы территорию, так сказать. Так, тут пусть посветит на ферму. Так. Факелы, кстати, по-моему, предотвращают спаун мобов. То есть мобы спаунятся в темноте в основном. А факелы нам будут помогать это избежать. Давайте, давайте, зернышек. Мы потом сделаем и ферму зерна, и того, и сего. У нас куча планов. Так, ставим. Раз, два, три. Сюда. Так, хорошо, хорошо. Ферма растет. Если что, мы курочек поубиваем. Конечно, жалко. Нам бы лучше с них яиц пособирать. Ну, а что, что поделать? Ну, надо же выживать, а не жалеть животных. Что это был? Боже, это... Я уже перешухался, что на меня крипер прыгнул. Понял, какой ужас. Так, давайте тут еще. Тут у нас еще пенечек. Прощай, пенечек. Так, начинаем по чуть-чуть. Так, это дерево нам... Пенечек убрали. Вот это нам бы спилить качественно надо. Пум, пум. А, оно вроде бы невысокое. Да? Да, все отлично. Прам, прам, прам. Так, зачистили. Ну вот где-то тут, тут мы уже начнем отстраивать домик, я думаю. Да, будет красота. Ляпота, красота. Давайте сделаем лопатку. Оп. Тут надо мостик сделать. Однозначно. Ням-ням-ням, где наши эти... на лопату сколько? Раз, два надо и раз, по-моему. А, тогда каменную чем будем. Давайте камешку. Раз, два. Раз. Хорошо. Так, это выкладываем все дело. Оно нам не пригодится. Прыг-скок. Отлично. О, уже светлеет вроде бы. Так, где наша... Вот тут. Мы будем. Поехали. Немножечко проведем деформацию. Нам главное его выровнять потом. Это что, пенечек? Ты что-то забыл, пенечек. Так, вот. И вот тут спилим вот этих пару блоков. Ну, уже что-то начинает быть похожее на наш домичек. Это что такое? Я что-то боюсь подходить. Это не ведьма, честно? Не, я не буду. Хай она там все веселится в одиночестве. Я не хочу ей составлять компанию. Никоим образом. А то у нас места спауна нет, пока я это место заново найду. Ну, кстати, меч должны были еще каменный сделать. Ну, ладно. Это уже потом. Так, деревяшки, деревяшки. Это все замечательно. Тут у нас еще... Правильно, уходи, чтобы я тебя не видел. Так, тут у нас было деревце. Так, давайте соберем. Мне кажется, ли оно подлагивает, когда я собираю. Это же мега текстура с этого сбора и разлома. Ой, ёпарасоте, ребятки, ёпарасоте, ой-ой-ой-ой-ой. Ты что тут забыл, а? Не, уйди, 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 чувачело. Не-не-не, я с тобой вообще дело иметь не хочу. Блин, а его надо убить. Ах, поехали туда. На голову. Ну, иди ко мне. Я к тебе не буду идти. Давай, давай, двигай. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Не надо взрываться. Ты можешь ко мне выплыть? Яйцо. Ну давай, я в тебя верю. Не бомби.
помер. Так, давайте яички соберем. Это замечательно. Скелет одетый. Что происходит? Так. Давайте. Шельнемся. Выйди на солнце, противный такой. Все, наваляли. Так, яйцо еще одно. Ой, ребятки, что-то они под утро решили появиться. Целую ночь меня не беспокоили, и тут под утро. Тихо, аккуратно. Так, где наши семена? Ставим все, хай цветет. Эти уже вон растут, прорастают. Отлично, так. Нам с этой хибарки надо все вынести. Блин. Хотя рано, давайте еще достроим. Дочистим, точнее, территорию тут. Так. Вот она. Опа. Саженец тропического дерева. Вот это уже вещь. Вот это я понимаю. Так, тут у нас... Я слышу опять скелета. Так. Вот тут у нас явно недостаток освещения. Ага, у нас тут уголь. У нас тут вообще пещеры, походу. Так. Срочно освещение. Да где ты рычишь? Ёпперсеты, ну. Я так скоро шуганым стану. Так, это дело ясно. Тут есть пенечек. Есть пенечек. Убираем. Тут у нас даже два, по-моему, пенечка. Нет, один. Так, вот она, собственно, наша территория. Так, ведьма-то ушла. Или не ведьма, я не знаю, что это было. Так, и вот тут вот лопаткой сейчас загребем это все дело. Так. В принципе, уже достаточно места уже для приличного дома. Вот так сделаем. Все. Вот это последний. Так, листья, не мешайте. Я ж вроде тут все пенечки поубирал, да? Курица, угомонись. Так, собрали. Что-то довольно редко все это дело выпадает. Так, нам надо будет, конечно же, и скот развести, потому что как-то без скота и жизни то, так сказать. Поэтому, так, место зачистили. Давайте-ка копнем тогда тут уголек. Понятно. Слишком жирный, не пролажу. У нас уже, кстати, два уровня. Ничего себе. Это заплавку мы их получили, Лизаш. Так, где-то тут скелет. Ладно. Не будем нарываться. Так, из чего же мы будем строить наш недодомик? Давайте, так, это сюда. Это сюда, это туда. У нас есть нормальный уголь. Положим пока. Это сюда. У нас из ресурсов как бы не густо, в принципе. То есть... Поэтому я так сказать прям, что... Ну, давайте, наверное, с обычного дерева. У нас его в достатке. Так, в доске все. Так, опять голодаем. Черный кролик. Тоже какой-то стрёмный, а? Ужас просто. Так, я думаю, мы поднимем на один уровень это все дело. Наш дом именно. Вот, как-то так. Вот у нас пойдет, и это будет пол. Да, топорик. Начнем, как всегда, с красивенького деревянного. Что-то сильно много лишних ставлю. Так.
Ну, вот это уже хибарка. Все, кончилось деревце, серьезно. А нет, 40 еще есть. Так, этот лишний. Так, как мы это сделаем? Все. А я, кстати, не знаю, как ступеньки еще крафтятся. Ну ладно, это мы все потом разберем. Так, выстраиваем стены. Давайте у нас один выход будет сюда, а один выход будет где-то вот тут. Все. Давайте чуть-чуть сместим, наверное, чтобы не в углу само. Вот. Так, давайте копнем. Ага, нам заодно надо новый топорик сделать. Упс. Выплывай. Отлично. Так, два этих. Упс, пардон. Раз, два, три. Даже четыре вышло. Так, две палочки и три. Все, топорик у нас запасной есть. Так, что мы будем рубать? Может, срубим вот этот большое деревце одно? Оно нам прилично, дерево. Стой, прилично. Давайте вот, вот это, наверное, да? Только как бы к нему так... Давайте. Оп, так, что ж ты не допрыгаешь? Оп, понятненько. Все очень плохо. Все, полезли. И попробуем сколупать его. Отсюда. Колупается? Колупается. И вот эту колупнем. И сбриваем полностью дерево. Отличненько. Вот тупо по центру можем встать. И выдалбывать. Главное потом снизу еще пособирать остатки этих бревнышек. Вот этой отрасли мне капельку не нравится. Они вот вообще никакие ворота не лезут. Были бы они хоть как-то, ну, как-то связаны с деревом, что ли. То еще ладненько. Так, тут больше нет? Вроде бы нет. Продолжаем лупить. Так, прогрузик произошел. Ничего страшного бывает. Так, мы сейчас достроим домик тогда. И начнем, наверное, работать уже над нашей фермочкой. Так, прощай, топор. Вон, видите, вокруг сколько еще валяется. Так, было деревце и нет деревца. Вот это я понимаю. Мы собирали ресурсы. Сколько, кстати, 56... этих бревен. Он темнеет уже, кстати. Так, давайте факела тут втулим. Хоть как-нибудь. Так, их же надо разбить. Тьюх. Так, станем вот так. Раз, два. Другое дело. Я думаю, в три... Ой. Ой-ой-ой, неправильно сделали. Я думаю, в три этажа нам будет достаточно. Больше и не надо, в принципе. Так, два этажа это мы проходим. Вот так. Теперь давайте выбьем деревяшки для окон. Так, дом у нас расширяться будет куда? Ну сюда. Так, в какую сторону он не расширялся, мы все равно... Так, не до окошки. Вот, как-то так. Погнали. Так, у нас нету... Голод поднялся резко. Так, еще раз точек. Давай, жри, жри вовсю. Давай, давай. Отлично. Так, это все дело с ящичком мы забираем.
Тут у нас уголь забираем и все это дело сбриваем отсюда. Забрали и печечку тоже тырим. Все, погнали в наш домик. Первый самый убогий, тупо деревянная коробка, а не дом. Так, нам главное, чтобы сверху не залезли. Так, давайте это все дельце выставим теперь. Я уже слышу скелета. Так, печечка, этот. Ну, тут ящичек. Как-то неохотно мне сейчас люлей ловить. Давайте выставим крышу, наверное, нашу. Так, так. Экономненько, главное. Зайчик, вали отсюда, вали. То ли зайчик, то ли кролик. Кто его разберет? Однозначно победа. Так, 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 так. Ну вот, вот вообще руки не оттуда. Паук. Скелет. Ой, окружают нас, ребятки. Надо срочно двери заделать. Так, ступени. Так, так, отлично. Давайте влупим ступеньки. Покивок. Ну вот уже куда ни шло. Так, и с этой стороны. Или тут не надо? Нет, тут надо. Так, уже хорошо. И двери. Ну вот так вроде, да? Трое дверей. Неплохо. Неверная сторона. Теперь двери, типа, зависят от того, с какого они дерева сделаны, так они и выглядят. Прикольненько. Давайте еще сделаем такую вещицу. Интересненькую. Кнопочки нажимные. Она работает как раньше была. Вышли, закрылась. Так, тогда мы тут продлим. Убираем, убираем. Так, где наши обычные блоки? Так, так. Вот, вот, да. Так, ну и пусть будет так. И ставим сюда. Бум, бум. А интересно, оно работает, когда моб там станет? Проверим заодно, когда к нам зомби придут. Тогда мы уж четенько узнаем, работает оно или нет. Так, и тут делаем то же самое тогда. Такая полуавтоматика уже. Растем, так сказать. Оп. Отличненько. Так, это все сбросим сейчас в ящичек ненужное. Ящик. Так, там кто-то кого-то бьет. Все очень плохо. Обстановочка нагнетается. Яичко есть? Давайте яичко заберем. Так, ну, вроде первая хибарка готова. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк и не забывайте про подписку. Встретимся в следующем эпизоде. Удачи!